Антон Кушнир завершает сезон Кубка мира по фристайлу на пьедестале. Олимпийский чемпион Сочи берет бронзу на заключительном этапе в Китае. Для Антона это вторая награда Кубка. Первую он взял в Раубичах на прошлой неделе – серебро. Из-за непростых погодных условий участники исполнили только по одному прыжку, а равных не было хозяину склона Сюнь Цзясюй, второй швейцарец Ноа Рот. В общем зачете Кубка среди лыжных акробатов Кушнир также расположился на третьем месте.